И в завершении выпуска: пляжи Подмосковья подготовят к купальному сезону до 1 июня. Кроме того, в регионе увеличат количество официальных мест отдыха. Такая задача была поставлена перед главами муниципальных образований Московской области. Также руководителям муниципалитетов поручено взять под контроль саму подготовку уже имеющихся пляжей и мест отдыха на воде. Так, на всех объектах должно быть обеспечено дежурство спасателей и медицинского персонала. Проведено обследование и расчистка дна от опасных предметов, выполнены работы по благоустройству. Особое внимание на водных объектах уделят безопасности детей, отдыхающих в летних лагерях на территории Подмосковья. Купание школьников должно проходить только в определенных для этого местах и под присмотром профессиональных спасателей. В этом году патрулирование водоемов будут проводить еще больше сотрудников МЧС и правоохранительных органов. Несанкционированные пляжи закроют для доступа людей, чтобы избежать несчастных случаев. В регионе ведется системная работа по увеличению количества оборудованных мест отдыха на воде. Так, в этом году планируется открыть новую зону для купания в Раменском и других районах.